Сегодня в Уфе состоялся суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги КСБаскет. Команде Уфы не хватило 2 очков до победы. Игра с самого начала обещала быть жаркой. До последнего момента трудно было выделить явного лидера. Но в итоге победителями стали баскетболисты из Новосибирска. Поединок изначально вызвал интерес в общественности. На трибунах не было свободного места. Школьники, студенты, представители средств массовой информации и любители баскетбола. Среди болельщиков и президент Башкортостана. Рустем Хамитов пожелал игрокам здоровья и выразил надежду, что в следующий раз уфимская баскетбольная команда сможет взять реванш. Я хочу сказать, что для нас большая честь принимать такое грандиозное, масштабное событие, в котором участвовало 50 регионов Российской Федерации, в котором участвовало 16 500 команд. Сегодня мы все в выигрыше. Сегодня большой баскетбол на нашей На самом деле соревнование превратилось в настоящий праздник для всех уфимцев и гостей города. На суперфинал приехали знаменитые олимпийские чемпионы прошлых лет. Кстати, между легендами спорта и школьниками состоялся дружеский матч. Победила, как и полагается, дружба. Но молодые спортсмены многому научились у заслуженных мастеров. Надо отметить, в этом году Уфа превратилась в столицу молодежного спорта. Сегодня межрегиональный суперфинал по баскетболу среди юношей. Осенью чемпионат мира по биатлону. Зимой предстоит чемпионат по хоккею и международные детские игры. На меня произвело впечатление то, что весь зал полон. Это говорит о том, что вообще к спорту отношение здесь очень такое трепетное. По меньшей мере с большим интересом относится. Такого не встречу, я вам честно скажу, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Вот именно такого интереса к спорту, тем более к любительскому спорту.